Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор формы силиконовой ракушки на планшете. Удивительный мир творчества в современных условиях получает значительно больше преимуществ и возможностей для своей реализации с гарантией получаемых желаемых результатов. Силиконовые формы всевозможных видов и размеров значительно облегчают весь процесс создания. Детальная прорисовка всех, даже особенно мелких элементов, объемной и сложной фигуры позволяет выпекать чудесные, забавные и неповторимые кондитерские изделия, а также изготавливать мыло ручной работы, декоративные изделия или просто делать всевозможные поделки с вашим малышом. Отличным изобретением стало появление на нашем рынке силиконовых форм на планшете, который позволяет со значительной экономией времени выпекать одновременно несколько изделий. Преимущества использования силиконовых форм на планшете таковы: безопасный качественный материал, пищевой силикон, гибкий и легкий, занимает мало места при хранении, четкая детализация рисунка фигуры, разнообразие форм и размеров, возможность создания объемных фигур, антипригарное покрытие, тесто не прилипает при выпечке, возможность готовить много и одновременно, возможность легкого извлечения готового продукта, легко мыть и хранить, экономия времени. Вот так выглядит формочка. Вот такие ракушки, очень детальная, четкая прорисовка, можете убедиться. Вот так выглядит с другой стороны. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!